С начала года студенты Дагестанского педагогического университета не могут добиться справедливости. По их словам, руководство университета не выплатило пособие на сумму более 20 миллионов рублей. В ситуации попытался разобраться Руслан Касумов. Знак протеста. Около 100 студентов не пошли на занятия. Учащиеся Дагестанского педагогического университета возмущены тем, что им не выплатили положенные деньги. Стипендию в размере 7 тысяч рублей в конце прошлого года должны были дать каждому. Но вместо этого, говорят студенты, им выплатили по 1000 рублей. 400 студентов были подписаны на материальную помощь в размере 7 тысяч рублей. Некоторые получили 1000 рублей, некоторые вообще не получили. Мы, молодежь, взяли инициативу на себя. Хотим, чтобы наши права соблюдались. Мы хотим выяснить, если кто недостоин получать материальную помощь, пускай они отчет покажут документально, и мы все разойдемся. Подобные митинги, рассказывают студенты, проводили уже не раз. Даже писали жалобы в Министерство образования. Никто к нам не вышел, как мы, не ответил ничего нам на наше собрание. Мы просто тупо собрались здесь и разошлись в конце, можно сказать. От ректората никакого этого самого не было. Мы просто собрались здесь. Мы хотим, чтобы была ясность у всех студентов. Часть денег все же выплатили, правда, вместо 7 тысяч рублей учащиеся получили по 1000. И ведомости, уверены студенты, были поддельными. Вся ведомость была написана от руки, и в графе «сумма к выплате» было написано 1000 рублей. Уже после того, как все получили деньги, рассказывают студенты, цифру 1 переделали под 7, так и получается, что по документам все студенты получили по 7 тысяч рублей, а на руки всего по 1000. Студенты недоумевают, для чего стипендию выдавали на руки, да еще и по ведомости, ведь деньги могли просто перечислить на банковские карточки. Уже спустя 15 минут митинг разогнали. Попросили пройти к выходу и нашу съемочную бригаду. И на вопрос, почему студентам не выплатили их деньги, в ректорате Дагестанского педагогического университета объяснять не стали. Руслан Касумов, Салих Яхьяев, Селим Таджибов и Рамазан Омаров. Время новостей.